И всем привет! Вы на канале Ведроид Гейминг. Меня зовут Александр, и сегодня мы продолжаем играть Sky Дети Света. У нас стартанул новый этап сезона Авроры. Попытаемся его сегодня пройти, но самая главная новость: я намутил купончик на 1000 рублей в AppGallery. Сейчас там идет ивент, посвященный Хэллоуину, и можно намутить всякие разные купончики. Ссылочку я оставлю в описании, правда. Ивент заканчивается 3 числа, так что вы можете не успеть, но тем не менее вы можете подписаться на мой Discord, там я расшариваю все акции, которые нахожу в сети, посвященные разным играм, ну в которые в принципе играем. Да. Так что давайте вначале потратим эти 1000 рублей на новый Battle Pass, сезонный пропуск, или как он здесь правильно называется, и пойдем делать, получается, новый этап. И мне падают, смотрите, какие-то штуки непонятные. Я 100 лет здесь не покупал пропуски. Давайте посмотрим сразу, сколько свечей упало. Ёпарас, это как замечательно. Плюс здесь еще каждый день будет свечка стоять, как я понимаю, да? Подарочек. Забираем, почему бы и нет. Так, я квест, кстати, сегодня еще не брал, только-только день начался. Полюбуйтесь деревом, зайдите на горячий источник, поймайте свет, переживите воспоминания. Ну, черт его знает, я не люблю, когда в этой деревне квесты попадаются. Кстати, посмотрите на мой новый лук, я урвал шапочку духа, который на выходных приходил. По-моему, вообще четенько выглядит. Но сегодня мы его поменяем, потому что Battle Pass, блин, у нас есть. Там новые костюмчики по-любому будут. Так, а что у нас тут горит? Давайте посмотрим сразу же. Это же с Battle Pass какая-нибудь масочка упала. Но меня, знаете, что расстроило? Что костюм из Battle Pass — это сценический образ певицы Авроры. Да, есть такая певица, и ее песни использовали в этом сезоне. Как-то так, да, я немножечко погуглил. Но там довольно-таки все крипово выглядит. Я хочу, блин, дедом ходить, а не певицей. Что это такое? Это рога мне сделали? Ну, ребятки, мне не нужны такие рога. Или что это? А, это я тапнул не туда, наверное. А какая у меня была борода? Я дедом хочу быть. Дед? А вот эта штука, что она делает? Ее можно убрать? Ее не видно из-за бороды. Ну и ладно, пусть будет, мы же задонатили ее красоте. Да. Ну ладненько, тогда погнали делать. Так, а здесь что стоит у нас? Я думал, свечки какие-то нет. Батоны какие-то. Давайте халяву посмотрим, есть или нет. Есть какая-то халявочка, тоже ее соберем, я ее коллекционирую, пока не тратил. Да, кстати, сейчас же идет еще сезон этого баловства, или как он правильно называется. Можно в офис забежать, тоже собрать какие-то наградки. У меня есть немножечко свечек. Надеюсь, мне хватит на костюмы. Там какие-то как раз таки уши продавались или еще что-то. Тоже обязательно туда зайдем. Почему бы, так сказать, и нет. Ладненько, погнали к Аврорке. Посмотрим, чего она от нас хочет. Так, нам дали прическу. А, мне сердечек-то нету, ё-моё. Ну, ладненько, пофиг. Итак, здравствуйте. Первого пацана мы посмотрели. У нее там мама умерла, да, по-моему? Вот, еще новая эмоция, мы же донатеры, ёпарасоте. Кстати, у меня 103 свечки уже, смотрите, появилось. Можно здесь будет что-нибудь прикупить, но я вначале буду покупать то, что мне понравится. Так что пока что нет. Давайте смотрим, что она нам расскажет. Давай, говори, мать. Послушайте воспоминания этого духа в тайном лесу. Окей. Он, парень, смотрите, приуныл на заднем фоне, дух какой-то. О, опять этот бубль, здравствуйте. Можно туда войти? Ну, погнали. Сейчас опять какая-нибудь грусть будет, да? Мужики, работайте, солнце еще высоко. А где моя песенка? В прошлый раз была песня. А, вот все, завыло. Сейчас опять у меня монетизацию выключат, которой нету, блин. С марта месяца. Ладно, давайте послушаем. Парни идут на каменоломле. Что несете? Кристальчики какие-то? Нафармили кэшбэку в AppGallery, наверное. О, так они этих собирают, медузов, смотрите. Но песни на самом деле атмосферные. Если сидеть в наушниках, можно даже, наверное, кайфануть. А, так он их отгоняет, они это медузы-людоеды, короче. Так, вот здесь вот бабочки сидят, я помню. Ну, песня другая, кстати, да, играет. О, все, полетели. Подождите, я бабочек хочу собрать. О, меня тащит вверх. Бубль тащит вверх. Не успеваю. Полетели. Врубай крылья. Где медузы? Все нормально. Успели. А то он это, можно же его это пропустить. Ну эти-то парни на лодке, я-то пешком. Дайте сяду тоже, что ли. Ну локация прикольная, кстати. Вот эта вот мне нравилась она всегда.
I need it all. Замечательно. О, полетели. Хорошо. Вот это я люблю. Полетики. На медузах прям летим, смотрите. Я историю не выкупаю, но пацаны едут с кристаллами. Сейчас, наверное, лодка затонет, и они с голоду на этом островке умрут. Я ничего не удивлюсь. Так, летим дальше. О, видали, камни сверху стоят? Это и камни неспроста. Да-да-да-да-да, пацана завалило. Чувак модный, самый модный чувак в шоке стоит. Это медузы их убили, видели, да? Зачем вы нас прогнали, мы вас убьем. Так, полетели наверх. Ну что, давай вверх, давай. Есть там еще? Ну, там дофига медуз. Пацана вверх потащили медузы. Вот это же скарик. Ну блин, жалко, что локации старые, потому что мы по этому маршруту-то ходили. То есть прям пацаны шли по тому маршруту, по которому я каждый день, блин, хожу. Это необычно немного, да, непривычно. Так, остались трое. Я как понимаю, они сейчас тоже скукожатся. Ну ты модный, конечно, пипец, просто парень. Стойте, там обвал. Все, полетели дальше, давайте. Ой-ой-ой, а что, мне не тащат мне самому лететь, что ли, на своих двоих? Ненормально, все, полетели. Так, прилетели наверх. И чё? Сейчас в дверь зайдем, возьмем свечки. Вот такая вот непонятная история. Первая мне понравилась больше, где-то мамка умерла чья-то. Здесь все попроще. Куда-то шли, кого-то убило, куда-то пришли. Вы прослушали еще одно воспоминание. Тыры-пыры. Возвращайтесь, получайте сердечки. Замечательно. Ну, какой-то очень странный сезон. Возможно, его надо одним скопом проходить, подождать, чтобы все стадии раздуплились. Потому что, ну что, мы полетали 10 минут и все, что ли? Но зато у нас есть дело в одно в офисе. Так что, из чего мы туда сходим? А здесь я, кстати, не был. Можно еще эти штуки собрать. Погнали, соберем. Здесь же их много. Давай, собирай. Бабульки, поднимайте меня вверх. Бабульки, и вы где? Вперед. Давай, я вызываю вас. Куда дальше? Сзади, 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 нет? Вот они, грибочки. Ну а чё вы до конца-то меня не подняли? Ну вперед давай. О, здесь я, кстати, эту штуку еще не поджигал, карту в этой локации. Надо бы ее найти. Ну, в принципе, можно сократить. А зачем мы сокращаем? Давайте, наверное, через базу просто пройдем. Там червяки еще всякие же плавают здесь. Страшные. Ладно, пофиг. А то это затянется все. Быстро домой, к Аврорке. А, мы в пропасть падаем, смотрите. Нет, мы сдохнем сейчас. Не успели. Да не, здесь нельзя сдохнуть. Это же Скай. Тут дохнут все в округе, кроме тебя. Ты только в самом конце, ага. Так, а мы эти штуки поджигали? Давайте подожгем. Замечательно. Типа нас испугали. Больше свечек, богу свечек. Ладно, погнали к этому, к Аврорке. А потом в офис заглянем. Ёлки выросли, ёпарасоте. Какая красота. А это останется до конца на стадионе на этом. Было бы прикольно, если мы за весь сезон его прогрейдим. Да, ёлки стоят, смотрите. Жескарик. Приколдес, приколдес, ага. Так, ну-ка, девушка, расскажите нам новую эмоцию. Также у нас, смотрите, есть какие-то штуки.
Свечки! Я пока хочу оставить свечки, наверное, на будущее, потому что там будут по-любому дорогие вещи. Ну ладно, в принципе, пальцами махать это не очень здорово. Это-то мы не можем получить. Сердечко нам дадут в самом конце, да, как я понимаю. А где мое сердце, кстати? Ладно, неважно, где сердце. Главное, что можно... Нет, не хочу никого этого. Вот к этому парню можно подойти, к новому, посмотреть, что у него есть. Или это не парень, вообще непонятно кто, да? Так, спасибо. Сердце здесь сверху или где? Я забыл механику батлпассов этих. Но эти свечки можно теоретически потратить. Получить новый лицо без бороды. Я расстроен. Дальше идут у нас эмоции, и потом какая-то штука, смотрите. Как ее посмотреть, что это за штука? А, это прическа вот эта. Ну, прическа максимально упоротая. Зато потом накидка зеленая есть. Давайте посмотрим накидочку. Вот накидки я люблю. Ну, такая какая-то из Вова, как будто из мира Варкрафта накидка. Ее красота. А здесь что у тебя есть? Лицо. Ну, давайте лицо возьмем. Для коллекшена. Какая-то чары, ёпарасоте. Потом еще одни чары. Потом причесон за донатик и синяя накидка. Но я говорю, костюмы очень-очень странные здесь, да. Ладненько, пока оставим это на потом. Финал, когда будет, обязательно все купим, все посмотрим, примерим. А ты что нам хочешь рассказать? А, здесь у каждого еще по новой эмоции появилось, я понял вас. Да, отстаньте от меня, пожалуйста. Пальцы сосиски. Здесь тоже что-нибудь будет. Новая эмоция второго левела. Вот это я бы посмотрел, конечно, да. Потому что аплодисмент это моя, наверное, самая любимая эмоция сейчас. В любой непонятной ситуации мы хлопаем в ладоши. Ой-е-бой-е-е-е. Теперь все видят, что я не простой смертный, а могу хлопать в ладоши с эффектами. Короче, что-то на богатом, ага. Замечательно. Так, ну-го, давайте посмотрим новые лица, которые нам дали. Возможно, что-то будет интересное. Ёпарасоте. Ну, он как бы подходит в цвет, но без бороды, как видите, вообще совершенно не то. Можно какую-нибудь такую бороду сделать? Ну, давайте такую сделаем. Нет, она в прошлый раз была. Хочу двойную. Все, замечательно. Погнали в бой, в офис. Ну, давай, что стоишь, пропускай, время-то идет. Нам надо костюмчики новые посмотреть. Рук давай. Здесь, короче, фишка, кто не знает, без накидки, без этой нельзя пройти. Но тебя мобик по праздникам пропускает. Типа, иди посмотри, как народ живет богатый. Короче, везде неравенство здесь в этой игре. Ага. Так, полетели. Вот он, портальчик в офис. Залетаем. А костюмчик этот стоит, я не помню сколько. Он его просто, эту накидку синюю берешь, она там 1500, наверное, стоит. Или больше, можно посмотреть, кстати. У меня, кстати, еще осталось рублей 200 купона, потому что мы потратили всего лишь 900, плюс у меня еще купончик на 100 рублей упал. В общем, мы тоже можем это сделать. Сколько накидка стоит? А здесь сейчас нету этой накидки вообще почему-то. Ну и ладно, зато лиса из-за 900 рублей. А за 200 рублей мы, наверное, ничего и не купим, да, здесь? Да, цены, конечно, просто мое почтение, ага. Ладненько. Какой страшный офис, ёпар. Чё с ним стало? Чё с ним стало? Тыквы, смотрите, растут. Там по-любому еще креветки летают. Давай, взламываем дверь. Взлом с проникновением, ага. Так, чё у нас тут есть? Так, а за тыквы нам дают свечки? Да, дают. То есть здесь можно даже их подформить, будет замечательно. Вот этот стол тоже мне всегда нравился. Давай, забираем. Замечательно. Ну и так, ребятки, что тут новенького? Тыквы вроде бы уже и были здесь в прошлом году, так сказать. Здесь все собираем, вот. Здравствуйте. Тебя уже раздуплило, обычно вас искать надо. Здорово. Че, кого как? Тыкву дай на спину. Привет, и ушел. Че такое? Туда надо идти. Ну давайте туда сходим. Что я здесь делаю? Ну, понимаете, после заварушки, которую мы устроили в том году. Да, тут какой-то замес был. В том году мы из пушек стреляли. Так... Это что там такое черное, смотрите? Это душара. А его можно потрогать? Ну, давай потрогаем. Иди сюда. А, меня засосало, блин. Я надеюсь, так задумано. Меня в туалет засосало, ёпарасоте. О, креветыч. Аккуратно. На нем можно посидеть. На нем можно много раз посидеть. Креветка, стой, да я тебя потрогаю тоже. Здесь все можно трогать. Раньше что нельзя было трогать? Сегодня можно все. Кстати, атмосфера прикольная. Ну-ка, дай посижу. Вау. Можно покататься. А ты далеко меня увезешь? Я еще по локации-то не побегал.
Видок, камера дурацкая. Отдались. Да ё-моё, мы на креветке летаем. Нифига она тут пируэты делает. Она решила меня убить, что ли, или чё? Или так задумана, ёпарасота. Ну, короче, она бешеная какая-то. Кругами меня возит. Ой-ой-ой, а там снизу ничего нету? Так, что мы тут имеем? Какой-то жертвенный стол. Ну, тут, наверное, минимум будет контента больше для красоты. Вон какие-то такие стоят. Нельзя поджечь. Печально. Вот, она до сих пор гоняет. Да я уже слез, успокойся. Так, дверь отсюда, я как понимаю, выход. Но нам нужно в эту дыре не идти. Паутина, смотрите. Чего? Прополз... Надо с креветки спрыгнуть, что ли, успеть или что? Как спуститься в эту паутину? Может, с это с разбегу давайте попробуем. Креветоч пропусти. Да, короче, без этого туда не попадешь, как я понимаю. Давай, с разбегу. А почему? Вот, все, вроде дырка. Все. Блин, какое-то препятствие непонятное сделала. А она пролетает нормально. Что за ловухи, блин? Я не понимаю. Ладненько, давайте смотреть, что здесь есть. Вон, пацан бегает, смотрите, с шапкой. Че это такое за упорость? Это кошка на метле или что? Черный кот на метле летает. А что она-то? Че ей так плохо? Парень, с тобой все в порядке? Да, суп с котом, короче, у нас получился. Ну, это реально кошка. Я первый раз здесь котов увидел. Так, здравствуйте. Ёпарсоте. Скидмор, что это за звук? А нет, Саманта опять. Начальству это совсем не понравится. Чтобы это не было, я чувствую, будут проблемы. Спокойно пожить не выйдет, да? Какие-то локальные мемы, наверное. Что теперь делать? На меня смотрят, ебнет что-то делать. Ну, прикольно, то есть, если бы ты сюда не пришел, то ты бы это бы даже не увидел и пропустил бы часть какой-то веселухи. Кстати, а где Дженова какая-то? Только что был внизу. Может, ты сможешь их найти? Короче, мне нужно кого-то найти. Пока вы здесь, поможете нам с котлом. Ну, давай поможем. Расскажите только как, потому что обычно ваши разработчики не умеют объяснять, что нужно делать, и нужно допедривать, либо гуглить, либо еще что-то. А я уж помог, что ли, или что? Окей, давайте попробуем им помочь с котлом. С ним еще можно поговорить? Так, вот. А это халявные призы, что ли? Что, реально бесплатно? Я люблю, когда бесплатно... О, котяра, смотрите, зло идет. Весь в тьме. Собираем. Я не знаю, через сколько времени это все пропадет. Но я соберу. Обмажемся донатом, так сказать. А куда ты пошел? Подожди, я не закончил. Пацаны какие-то гоняют. А, у них тусня началась. А можно с вами потусить? Мадемуазель, стойте. Так, короче, я заюзал все свои свечки, потому что тут цены просто, посмотрите, какие. 66, 99, 33, 44. А что, нормальные цены не были, что ли? Так, мы можем взять либо ухи, либо прическу и ухи. А, кстати, на прическу ухи мне не хватит, да, это надо 110. Стул тоже не хватает, то есть мне хватает только вот на эту штуку. Ну, блин, я прическу хочу себе. Ну, прическа такая упоротая. Ну, так, а дни озорства у нас идут до 15 числа, так что, в принципе, я могу успеть. Так что давайте возьмем вот этот вот. За 99 свечек просто цены кошмарные. Чё это такое, безобразие? Так, ну ладненько, пусть будет так. Замечательно. Да все, я получил. Давайте посмотрим, что здесь еще можно сделать. Чё это такое? Чё за штука? Так, здесь можно поменять гардеробчик, окей. Понятно. Ой, там какие-то эти лежат, смотрите. Место такое не очень-то и приятное, я бы так сказал. Но красивое. Туда тоже можно пройти. Давайте пошаримся, посмотрим. Ну, скорее всего, нифига тут нет. Ой, здравствуйте. Можно выпустить у краба-убийцу или что? А, крабы сверху понасыпались. Сейчас меня забуцкают. Так, парни, я сейчас тебя в котел занесу. А, нет, они падают, смотрите. Можно краба одного взять?
Спасибо. Погнали его в котел скинем, посмотрим, что будет. Возможно, так задумано. Штука это еще летает. Так, подожди. Краб убежал. Упоминал, что хотел бы перекусить. Сможем мы ему помочь? Это ты к мне говоришь? Вот так вот, смотрите. Так, меня кошка, смотрите, это заразило какой-то фиганью. Я теперь тоже этот фиговый. А что с котлом делать-то, я так и не понимаю. Можно покупаться в нем? Он не хочет купаться. Короче, тут бесплатные чары, как я понимаю. А что с ним делать, это, скорее всего, надо гуглить. Потому что кота мы потрогали, вот есть какие-то бомбочки. Ёпарсоте. Теперь я маленький. Но зато теперь бегать буду, как Наруто, смотрите. Свечку сейчас только уберу. Вот, смотрите. Ой. Ладненько, ребятки, я так и не понял, что с этим котлом делать. Возможно, ничего и не надо. Но зато я на метле, вон, смотрите, катаюсь. Просто прикольно, да. В общем, посмотрели, что хотели, купили, что хотели. Можно, наверное, заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Всем пока, играйте в крутые игры. Скоро продолжим. Наверное, в финальном этапе все-таки зайдем и два квестика эти сделаем. А так еще раз, всем спасибо, всем пока.